отель Хаят. Там вот эти пирсы, внутренний двор прикольный, можно зайти. Ого. Фонтанчик там хороший. Последний день лета, проезжаем по Золотому мосту. Вчера прислали штормовое предупреждение и тайфун, но вместо тайфуна утром выглянуло солнышко и неожиданно обнаружился ясный солнечный день. В общем, МЧС немножко опростоволосилось, но оно и к лучшему. Все, выезжаем на полуостров, который, по-моему, называется Чуркин. И все, и выходим вниз. Улица, кажется, называется Акатовая. Так? И чуть дальше. Акатовая, здесь ноги боится. Угу. Район раздевалок. Раньше здесь очень был криминальный район. Назывался район раздевалок. Ну, потому что ты мог не дойти до дома. По дороге тебя могли раздеть. Ну да, но здесь жили в основном рыбаки. Рыбацкая флотилия здесь базировалась на Чуркине. Проезд острова Русский по Русскому мосту. Сейчас мы приближаемся. Ограничение 40, 20. Здесь что-то вроде контрольной точки. И вот мы заезжаем на мост. Мост четырехполосный. Две туда, две обратно. Ванты покрашены в российские цвета. Красный, белый, синий. Толщина вант, наверное, в две человеческих руки примерно. Ну и вот мы с вами заезжаем на материк с острова Русский. То есть мы переехали с острова на полуостров. Ну вот,
на этом Мастер Гамс трансляцию заканчивает.